Что, ребятки, это мухомор? Я думаю, что мухомор, а вот и не мухомор. Сейчас узнаем. А ну, красавчик. Да, вот это вот похоже, что это мухомор. Красивенький какой. Красавчик ты. Ну, несъедобный ты. Ой, жалко, что я тебя вытянул, конечно. Я поставлю тебя на место, вдруг ты проживешься. Хотя навряд ли, конечно. Варвар ты, Сергей Николаевич, нахрена ты это? Да, ребята, ну места здесь классные. Сынуля тут снял белочку только что, красавицу. Хотя Google говорит, что у нас здесь в лесах нет белок. Они только где-то в парках. А оказывается, они есть. Сюда наши люди приезжают за грибами, ребята. Но я покуда, кроме мухоморчика того красивенького, я еще ничего не видел. Ну, походим, вот посмотрим, что-нибудь найдем. Хотя цель совсем не та. Мы уже едем домой с Херсона через Сирюпинск. И вот мухоморик маленький. Не, дорогой, рвать я тебя не буду. Расти. Да. Красиво, ребяточки, у нас красиво. Понятно, это люди насадили эти сосны. Это не так, как в Смоленской области, например, там, или в Калужской, где я знаю. Здесь совсем по-другому, но все равно красиво, ребята. Так, сынуля сейчас меня зовет. Ладно, ребяточки, пока-пока, ребята.